Гетфан на связи. Решил я вспомнить, что ж за аппарат такой Киров и как он чувствует себя в 2021 году. Вероятно, это видео будет очень полезно тем, кто получил или только-только готовится получить этот прем-корабль по серии боевых задач. Жми лайк за выбор темы и присаживайся поудобней. Сейчас я коротко расскажу и покажу, в чем же хорош Киров и как на нем играть. Но для начала короткая реклама. В рамках киберспортивной школьной лиги стартует регистрация на турнир по компьютерному спорту «Киберкадеты». Кадеты города Москвы смогут принять участие в 5 игровых дисциплинах: World of Tanks, World of Warships, War Thunder, World of Tanks Blitz и Valorant. Лучшая команда по дисциплине World of Warships дополнительно получит 3 игровых ноутбука MSI GF63. Если ты еще не принял участие, то самое время начать сражение за крутые призы. Этот советский прем когда-то давно был в ветке, но так уж получилось, что его сложность и самобытный геймплей на 5 уровне привели к тому, что разработчики вывели корабль в разряд премов, ну а игрокам выдали Котовского. Сказать ли теперь, что это бесполезный прем, который займет в вашем порту место экспоната? Вряд ли. Ведь если вы научитесь готовить Киров, то наверняка будете очень часто выгуливать его в рандоме. И для того, чтобы убедить вас в этом, я начну с козырей корабля. Мощная 180-мм артиллерия является фишкой этого према. По некоторым параметрам эти стволы превосходят 203-мм. Конкретно речь про отличный пробой, баллистику и кучность. В сумме эти параметры сочетаются в шикарном потенциале в охоте за крейсерами. В песке, кстати, очень многие уже успели забыть, какие у Кирова мамонтобои, и потому подловить противника на ошибки проще, чем кажется. А в итоге, забирая практически с одного залпа фуловый крейсер, мы получаем огромнейший фан от игры. Более того, скажу, что в борт многим линкорам наши бронебойки выносят существенные цифры по урону. Те, которые совсем не ожидают получить линкороводы от какого-то вшивого крейсера 5 уровня. Ну а еще к достоинствам Кирова можно отнести непревзойденную дальность стрельбы, подчеркиваемую дополнительным корректировщиком. Потому Киров без проблем может наносить удар даже по противоположному флангу, если заметит там подставляющегося противника. Ну а если вам хочется играть в такой геймплей, то давайте сейчас пройдемся еще и по минусам, чтобы вы знали, что делать на этом корабле лучше не стоит. Главным образом рекомендую не торопиться, особенно на старте с респа. Пока все другие идут на сближение, мы можем немного подождать и оценить обстановку на флангах. У нас, повторюсь, большая дальность стрельбы и нормальная такая баллистика, так что мы от этого маневра не потеряем в ДПМ. При этом мы хорошо защитим достаточно уязвимый корабль. Если говорить за корпус, то он отличается шикарной скоростью и отвратительной, просто ужаснейшей маневренностью. Тугие рули и большой радиус циркуляции делают нас уязвимыми в маневре, а минимальный запас брони и высокая большая цитадель уязвимыми к получению урона с линкоров. Потому зачастую линкороводы для нас являются источником повышенной опасности, с которым держать лучше ухо востро. Также в пользу осторожной тактики на старте играет слабая маскировка корабля. В прокачанном виде 12,5 километров, и это крайне ужасный параметр для крейсера. Суммируем все эти недостатки и получаем быструю смерть, если попробуем сыграть агрессивно на первых минутах. Ну а это, я так понимаю, никому не интересно. Также в список недостатков стоит отнести плохую защиту от авиации. Корабль неповоротливый, что привлекает к себе внимание, а отбиваться нам банально от авиации нечем. Потому если вдруг что-то идет совсем уж не по нашему плану, предлагаю вам геймплей пассивного закликивателя фугасами на дистанции, когда противнику будет просто не до нас. В этом геймплее, скажем так, у Кирова потенциал слабый. На этом сказывается малая скорострельность артиллерии и сравнительно слабые фугасы, если вести сравнение с японскими 203-ками. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба.
Если нам не дают играть во флангового охотника за бортами, то приятно, что хотя бы в этом случае у нас есть альтернативная тактика поведения. И тут предупрежу только об одном – не заигрывайтесь. Ведь, как показывает практика, роль охотника за крейсерами реализуема в песке, как правило, только в первые 5-10 минут. Дальше, как правило, зеленые крейсероводы, ну в смысле новички, уходят в порт. И пропадает наша основная фишка реализации корабля. Так что получается, время у нас ограничено, чтобы затащить. И это поднимает планку скилла зависимости и тактического понимания карты. Вот, в общем-то, друзья, и все. Если обобщить, то получается, что Киров — это хрустальная, нескорострельная пушка, которая может раздавать через фланг цитадели. Но сам корабль при этом лишен ПВО, маневренности, ДПМ, защищенности, практически, в общем-то, всех важных характеристик. Универсальность крейсера небольшая, что, на мой вкус, является недостатком, если вы любите песочный нагиб за активное топилово. Но вот если вы ищете тренажер для стрельбы и хотите подготовиться к сражениям на хай-левел, где тактика ололо рашей встречается заметно реже, чем в песке, то Киров вам определенно подойдет. Набив руку на дистанционных сражениях, вам будет проще адаптироваться к хай-левел боям. И если вы сейчас думаете, что этот корабль с таким геймплеем слабо влияет на ход сражения, то тут я с вами не соглашусь. Итоги короткой сессии, которую я сыграл специально для записи этого видео, говорят об обратном. И победа есть, и урон, и опыт при этом высокие. Да и бои не назвать простыми, ведь уровень потенциалки выше средней по серверу. Ну а в итоговых результатах даже в бою 7 уровня, как вы видите, удается занимать неплохие такие позиции. Ну и теперь, когда с разбором корабля закончено, давайте перейдем к раскачке. И главный недостаток Кирова тут в том, что сюда не залазят командиры с обоих веток крейсеров. Легкие играют с инерционкой, которая на Кирове даром не нужна. А тяжелые играют в основном от бронебоек и берут перк тяжелых бронебоек, который не срабатывает на Кирове. Потому я перетащил сюда Кэпа с другой ветки. Благо, что новая механика пересаживания командиров позволяет командиру Хабаровска, к примеру, закинуть крейсерскую страницу перков. Ну и теперь перед вами полноценный билд. Перки берем в таком порядке. Арт-тревога для успешного маневрирования на дистанции, пиротехник для усиления альтернативной тактики, живучесть, хотя тут при желании можно заменить на отчаянного, а потом берем отличника артиллерии, ведь с нашей маскировкой активировать бонусную скорострельность не составляет труда. Дальше берем маскировку, чтобы повысить потенциал незаметного подхода к флангам. Ну а дальше оставшиеся перки берем на свой вкус. Как мне кажется, ни один из них не является ключевым, просто они поднимают общий комфорт игры. И вы должны решить для себя сами, чего конкретно вам не хватает больше всего. В модернизациях точим корабль на дистанционный снайперский геймплей. В итоге, хорош ли Киров в 2021 году? Определенно. Потенциал в охоте за бортами все еще непревзойденный для 5 уровня, и это мне в этом корабле нравится. Цитаделить рельсоходов – одно удовольствие. Является ли Киров имбочкой для нагиба? И вот тут вот я бы сказал, что вряд ли. Ведь с таким количеством минусов я бы сказал, что данный корабль скорее создан выпрямлять руки. Он совершенно не терпит упоранства и учит стрелять. Если у вас проблемы с реализацией Кирова, то, вероятно, вам нужно научиться в геймплей снайпера. И если в песке этот геймплей является необычной изюминкой, которая выделяет Киров, то на хай-левел это практически основа многих веток, без которой будет сложно. Так что Киров можно назвать полезным кораблем. На этом закругляюсь. Пишите в комментариях свои отзывы об этом корабле. Их будет полезно почитать и мне, и новичкам, которые, возможно, только-только получили Киров в порт и не знают, что с ним делать. Ну а если вы еще не подписались на мой канал, то рекомендую это исправить. На ТВ Get Fun регулярно выходят интересные видео по корабликам, а в сообществе я публикую многоразовые бонус-коды. В общем, все самое полезное ждет вас на одном канале.
А на этом точно все. Успехов и до связи. Пока-пока.